Госкомиссия назначила Рыбинца Алексея Овчинина командиром Союза МС-10. Пуск пилотируемого транспортного корабля состоится 11 октября. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по проведению летных испытаний космических кораблей под председательством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Также утвержден летный состав. В основной экипаж, кроме Овчинина, вошел астронавт НАСА Ник Хейк, назначенный борт-инженером. Дублирующий экипаж – космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт CSA Давид Сенжак.